Мне просто вопрос возникает такой. Мы все знаем про кривую Зигеля. А он что, переоткрыл ее или пошел из вашего доклада? Или опередил я? Просто кривую Зигеля, ну, я не знаю. Но на Торе, вот, когда все свелось к идее... Нет, когда все свело при изучении потоков на Торе, вот, без неподвижных точек, да, то они, их изучение сводится к изучению дифеоморфизма на кривой Зигеля. А здесь получается на кривой Майера. Вот в этом был мой вопрос. Нет, я могу ответить. Нет, он не в том, что кривую открыл. Он доказал, что у грубых систем не бывает таких. В принципе, то аносовского. Пожалуйста, потока, что же она, весь сам предельный. А он доказывал, что у грубых нет, у него другое. Не то, что ее открывал, он доказывал, что таких не бывает траектории грубых.